Здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении Miner.ul. Данное расширение защищает ваш компьютер от несанкционированного майнинга криптовалюты на разного рода сайтах. Вот здесь я кратко описал, как он работает. Вот такой код наподобие майнерский есть, или вот такого скрипта. Вот они взаимосвязаны. Сейчас я расскажу, как он работает, но перед этим мы его сначала покажу, как вам его скачать. Нажимаете вот на эту ссылочку. И переходите в интернет-магазин Яндекс расширений. И нажимаете вот сюда «Установить». Я его уже предварительно установил. И у вас оно будет вот здесь отображаться, справа сверху. Нажимаете на него. Он у вас будет гореть таким вот цветом. Можно его вот так вот включить. И будет полная защита данного сайта. Также я перейду на свой сайт, и где буду вам рассказывать о данном расширении. Данное расширение блокирует JavaScript-ы, которые могут майнить криптовалюту на вашем процессоре или видеокарте, в зависимости от сложности данного скрипта. Также побочным эффектом данное расширение может блокировать несанкционированные вирусы, которые могут вредить вашему компьютеру или красть персональные данные. К сожалению, я вам наглядно не могу показать данные расширения в боевых действиях, так как в данный момент я не знаю майнинговых сайтов, но я их раньше встречал в большом количестве. Так что данное расширение достаточно актуально на данный момент из-за того, что криптовалюта сейчас достаточно дорогая. И многие администраторы сайтов, чтобы не делать вот эту вот рекламу на своих сайтах не делать, они делают криптовалюту небольшим кодом, тем самым зарабатывают деньги на пребывании вас на сайте. Вот так. И в целом могу рассказать только одно об этом расширении. Данное расширение работает стабильно, проверял. Вот, здесь есть такая функция, как временное отключение его, но его не советую включать. Только в крайних случаях, когда на сайте именно требуется использование JavaScript-ов. Например, на отправку каких-то сообщений или обратной связи с администрацией. В других случаях лучше этого не делать, потому что, скорее всего, может быть какой-то побочный эффект. В целом, расширение хорошее, и могу его вам советовать. Всем спасибо за то, что вы посмотрели такой мини-обзорчик данного расширения. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк или поставить колокольчик. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важно для меня. Всем спасибо и удачи!